Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы находимся на выставке «Экогород-2017». Я представляю компанию, производящую натуральные природные дезодоранты, и хочу познакомить вас с нашей продукцией. Что представляет собой наши дезодоранты? То есть это дезодоранты, изготовленные из природного минерала, из квасцов. Вот. Сами по себе они являются, то есть это твердый минерал, это камень. Для того, чтобы им начать пользоваться, его надо помочить под краном, под водичкой, потереть под мышкой, протереть и все. То есть они сами ничем не пахнут, они просто не дают образовываться запаху. Запаху, который создается микрофлорой, которая во влажной среде под мышкой развивается. Принцип действия примитивно простой. То есть они просто их ловят, как все эту микрофлору ловят как паутинку, не дают им размножаться, нет никакого запаха. Не проникают ни под кожу, никуда. Плюс у квасцов есть масса других свойств. Они вот представлены на нашем стенде вот здесь. Это противовоспалительное, кровоостанавливающее, антимикробное, зудоуспокаивающее, ну и куча других свойств, которые все содержатся. Все входят в этот дезодорант, поскольку это природные свойства самих квасцов. Плюс у нас наши дезодоранты, наша компания научилась встраивать молекулу жидкого природного экстракта прямо внутрь молекулы дезодоранта. Вот. Поэтому без добавок они выглядят как кристаллы просто белого цвета, а с добавками... Есть добавка сосны, добавка коры дуба, добавка березы. Вот, есть другой формат. Здесь тоже кристальчики. Вот если навести повнимательнее, то есть там во флаконе эти кристаллы насыпаны. Сюда просто доливается водичка. И как распылитель он работает. Кристаллы там остаются лежать, как вода избрызгалась. Весь этот раствор избрызгался. Можно добавлять новые воды, новые, так 5-6 раз, пока не закончатся все кристаллы. Вот. Есть кассета с дополнительными кристаллами. Для тех, у кого они закончились, можно сюда же положить. И есть такой походный пляжный вариант. Это уже готовый раствор. Очень удобно где-нибудь в лесу, на даче. Там комар укусил, чтобы не чесалось. Быстренько побрызгал, там ранку какую-то замазать. Вот. Это вот один вид нашей продукции, дезодоранты. Второй вид – это наша новая продукция. Мы ее презентуем в этом году первый раз. Это природные, натуральные природные порошки зубные, вот, представляющие собой порошок-коктейль, смесь. То есть это смесь из морских минералов, квасцов и натуральных молотых трав. Все травы, которые мы используем, это зубные так называемые травы. Если кто-то там ходил к стоматологу, лечил зубы, говорят, зуб, если выдернули, после этого полоскай его, шалфея, ромашка, мята. Эти травы присутствуют. Плюс присутствует аир, который замечательно борется с возбудителем кариеса. Не дает ему развиваться и пытается, даже его уничтожает. Плюс есть добавка хвои сосновой. Сосновая хвоя тоже замечательно укрепляет десна. Раньше, вот, когда в сложные времена болели люди цингой, спасались от него именно вот с помощью сосны. Вот. И уникальный порошок, который сейчас тоже... Вот, народ пытается рассказывать, то есть советуют вообще чистым углем чистить зубы. Вот в этот порошок входит в большом составе активированный уголь. То есть он помогает отбелить зубы. Плюс в каждом из этих порошков, как я сказал, и в этом в том числе, большой комплект морских минералов, находящихся в морской соли. Вот. Ну вот, примерно так. Всем, да, советую попробовать нашу продукцию. Обращайтесь к нам, звоните, обязательно найдем, если насчет сотрудничества, найдем способ, как сотрудничать. Вот. Мы готовы делать продукцию под собственной торговой маркой, заказчиков в том числе. Вот. Обращайтесь, обязательно найдем общий язык.